Вчера мы пили водку, потом водка кончилась, и мы сбегали за пивом, пили пиво. Потом оказалось, что у друга есть коньяк, и мы начали пить коньяк. Потом я отравился овсяным печеньем. Сегодня перед нами выступит знаменитый йог, который может ходить по разбитому стеклу. Маэстро, раскройте нам свой секрет. Так я в кредах. Один мужик заметил, что в баре каждый день появляется один мужик после работы, выпивает и одновременно смотрит свой карман. Тот мужик поинтересовался, почему он все время заглядывает в свой карман. А тот говорит: а там фотография моей жены. Вот смотрю, когда она начинает мне нравиться, значит хватит. А правда ли, что при комнатной температуре хорошее пиво может продержаться 2 месяца? Неправда. Я тут проверял. 2 часа не продержалось. Инопланетяне, похитившего русского пьяного, так и не выдержали и дали ему порулить. Сегодня спросила у мужа, почему он больше не говорит о том, что любит меня. Он объяснил, что после того, как я разбила его машину, сам факт того, что я здорова и живу в его доме, служит прекрасным доказательством этого. Пьяный петуха пришел домой ночью, встал в прихожей, разделся и стоит 10 минут, и потом говорит: Матрёна, хотя бы начни ругаться, а то кровать не найду. Утром попытался завязать с пьянством, но руки тряслись так, что не смог завязать. Подписываемся.